хорошо. В одном из почтовых отделений оперативниками был задержан с поличным 21-летний гражданин Российской Федерации. Молодой человек пытался получить международное почтовое отправление из Голландии с порошкообразным веществом для его последующей реализации. Проведенная экспертиза показала, что в пакете находилась смесь наркотических средств и психотропного вещества. По данному факту Челябинской таможни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических веществ в крупном размере». Задержанный взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.